что изменилось? Ну, мы более открыто стали работать. Я каждый квартал встречаюсь с ними, говорю откровенно. Каждый квартал мы садимся за чашечкой чая. У нас делают вкусные пирожки во Владимирской области. И говорим, это может быть 3 часа и 4. Кто-то долго не может получить землю, я реагирую моментально. Вот до меня там Баутекс не мог ее получить, немецкая компания, 2,5 года. Получили там за полтора месяца.